уважаемые друзья, коллеги, слушатели, в астраханской этнографии, как науке, достаточно уже давно особую важность представляет вопрос о происхождении, самоидентификации так называемых астраханских, юртовских или по-другому ногайских татар. Ну вот, наверное, об этом я бы хотел сказать пару слов, конечно, с моей точки зрения. Кто такие астраханские татары, так называемые астраханские татары? Ну, этот термин можем рассматривать в широком смысле слова. И тогда под этим названием мы будем понимать всех татар, которые проживают на территории Астраханской области. Здесь можно выделять различные группы этой большой общности, такие, например, как казанские татары, переселенцы в Астраханскую губернию, или татары мишарские, которые тоже когда-то переселились в среднем Поволжье, внизу и Волги. Во втором, более узком значении, под названием, под термином астраханские татары, понимается достаточно такая специфическая, конкретная этническая общность, известная нам как татары юртовские или юртовские ногайские татары. Вот именно о них, наверное, в большей степени и спорят многие исследователи, не только в Астрахани, но и вообще в целом в России, которые занимаются вот какой-то тюркской проблематикой. И могу сказать, что этот вопрос дискуссионный и до сих пор до конца так и не закрыт. С этого я бы хотел начать, потому что нет однозначного мнения о происхождении и вот современном статусе астраханских и юртовских татар. Но здесь я буду высказывать, наверное, какие-то свои мысли по этому поводу, свою точку зрения. Есть различные гипотезы. Ну, например, есть гипотеза, что астраханские, юртовские, ногайские татары – потомки населения Золотой Орды. Или потомки населения так называемой Ногайской Орды. Некоторые исследователи возводят их корни в еще более глубокую древность, к времен Хазарского каганата. Хотя здесь, конечно, аргументов достаточно мало, если они вообще есть. Происхождение юртовцев, юртовских ногайских татар, конечно же, безусловно, связано с ногайцами. В середине XVI века мы знаем, когда происходит процесс расширения российского государства путем экспансии, прежде всего, идет процесс борьбы и взаимодействия между различными пост-золотоордынскими государственными образованиями. Вот одним из таких государств была так называемая Ногайская Орда, которая располагалась в Волго-Уральском междуречье. В середине XVI века происходят процессы расселения ногайцев, разделения ногайцев. Начинаются эти процессы, в частности, вот часть ногаев из Большой Ногайской Орды уходит на Кубань, там образуется Малая Ногайская Орда. Многие ногайцы традиционно кочевали на левобережье Волги. Часть территории Ногайской Орды доходила до Волги, и поэтому Волга была, ну, собственно говоря, с 15-16 века местом традиционного кочевания части ногайских улусов, хотя мы знаем, что внизу их Волги располагалось самостоятельное Астраханское ханство. Ну, одни исследователи возводят его образование ко второй половине 15 века, некоторые к началу 16-го. Оно было соседом Ногайской Орды. И часть ногаев кочевала по территории Астраханского ханства. В середине XVI века Астраханское ханство было завоевано российским государством. Это времена Ивана Грозного, события 1554-1556 годов. Это явно было завоевание, конечно, связанное с экспансией российского, молодого российского государства тогда еще. Но мы знаем, что Низовьи Волги вошли в состав российского государства, ну, достаточно относительно бескровно, в отличие от казанского завоевания, большого, там, кровопролитного. Русские войска достаточно быстро владели низовьями Волги. Последний астраханский хан оказал некоторое сопротивление, но и сил явно у него не хватало, и он был вынужден покинуть свою территорию, уйти в пределы там, Крымского ханства. И русские войска овладели практически без боя Хаджитарханом. Спустя некоторое время они перенесли город на другой берег, на левый берег Волги. Ну, связано это было с соображением военной безопасности. Старый Хаджитархан был заброшен, а на левобережье Волги в 1558 году была основана уже новая русская крепость Астрахань, которая потом стала вот привычным нам Кремлем. Что стало с местным населением? По этому поводу, опять же, есть разные взгляды. Некоторые исследователи считают, что оно так и осталось на этой территории, подчинившись уже
новой российской власти. И впоследствии как раз оно стало известно как юртовские или астраханские татары. Некоторые исследователи считают, что местное тюркское население, татарское население ушло отсюда из низовой Фолки. Ушло вслед за ханом или разбежалось как раз вот в середине 16 века. Наступил так называемый интерстадиал, то есть некий промежуток в этническом развитии Нижнего Поволжья, когда местное население ушло, сюда пришли русские, ну, в основном военнослужилые люди, основали город, и потом вот здесь стало формироваться уже, скажем, с нуля, как бы с нового этапа населения, русское, потом тюркское в городе, разнообразное там восточно-торговое ремесленное население. И, в частности, в низовье Волги переселяются ногаи, ногайцы, выходцы из Ногайской Орды, и вот именно за ними закрепляется название юртовские астраханские татары. Мне кажется, и я об этом неоднократно уже писал в своих прежних публикациях, что все-таки действительно многие жители Астраханского ханства в преддверии или после завоевания действительно покидали низовье Волги, но это явно произошло не со всеми. Нельзя, на мой взгляд, говорить о полном пресечении, скажем так, населения, полном исчезновении прежнего населения и появлении нового населения. Из источников мы знаем, что какая-то часть прежних татар все-таки осталась в низовьях Волги. Мы знаем, что они присягают русским воеводам в подданство. Мы знаем, что воеводы налаживают взаимоотношения с элитой, ну, с оставшимися какими-то там мурзами, мирзами местных татар, приводят к их присяге, облагают податями, обеспечивают, кстати, свободу вероисповедания, что тоже было достаточно важно в тех условиях. И действительно потом в низовьях Волги начинаются ногайские миграции, переселение ногайцев, которые, кстати, скорее всего, численно все-таки превосходили прежнее тюркское население времен Астраханского ханства, но селились рядом с ними, кочевали или вели полукочевой образ жизни. В течение 17-18 века происходит постепенный процесс там, обоседления этих тюркских жителей. И они активно, конечно же, ассимилируют прежнее тюркское население времен Астраханского ханства. Таким образом, юртовские татары, на мой взгляд, это смешанная группа населения, которая формировалась преимущественно на ногайской все-таки основе, но включила в свой состав остатки, какие-то небольшие остатки прежнего тюрко-татарского населения низовья Волги времен еще Астраханского ханства. Ну, тогда татарами называли очень разные группы населения, название носило общий такой характер. Но подчеркну, что все-таки ногайский компонент, элемент там, скорее всего, доминировал. Мы знаем, что в источниках того времени это население называется юртовские ногаи, или ногайские татары, или астраханские ногайские татары. Есть разные варианты в разных источниках. Но вот некое специфическое название юртовцы закрепляется за этим населением. Юртовцы, жители юртов, не юрт, жилища кочевников переносных разборных, а именно юртов, это сначала таких полуоседлых поселений, возникавших в окрестностях Астрахани. Позднее многие из них стали ядром для будущих там различных татарских кварталов Астрахани, в частности Татарской, Казанской слободы, слободы Тияк, некоторых других поселений, которые сегодня либо в составе города, либо в основном в Приволжском, отчасти Наримановском районах. Юртовцы обычно в источниках переводится как живущие оседло, живущие домами, живущие на месте, туземные жители, то есть местные. Так чаще всего переводят в источниках вот 17, 18, 19 века это название – юртовцы. Самоназвание этих жителей сегодня, кстати, отчасти даже во многом сохранилось – это ногай или нугайлар, хотя фиксируются и смешанные названия – нугай-татар или татар-нугай. Но русские всех называли татарами, они особо не разбирались до 20 века в этнической терминологии. Татары было общее название, даже туркмен называли туркменские татары одно время, казахов называли киргизские татары, путая их немножко с другим тюркским народом. Поэтому и ногайцев, в общем-то, тоже называли татарами, ну или добавляли как ногайские татары, или вот астраханские, юртовские ногайские татары. Только в 20 веке, в общем-то, начинается вот уже, ну, благодаря науке, конечно же, да, более точное наименование тех или иных тюркских народов, ну и не только тюркских народов. В советские времена, мы знаем, проводилась политика укрупнения каких-то этнических общностей в переписях,
проводилась политика записывания каких-то небольших или средних, или близкородственных этнических общностей в более крупную. Ну и в частности, мы знаем, что в советские времена ногайцев стали записывать как татары. Это была в основном, конечно же, государственная политика. Помимо этого, действительно наблюдался процесс тесного межэтнического взаимодействия между местными ногайцами и действительно татарами. Соседние поселения, порой смешанные браки. Тюркская и религиозная основа здесь создавала, конечно же, главную вот для этого почву. Кроме того, преподавался татарский язык в школах, тоже об этом мы знаем. И поэтому за 20 век многие местные юртовские ногайские жители, юртовские ногайские татары, себя в большей степени стали соотносить с татарами. И сегодня эта соотнесенность продолжает сохраняться. Мы видим, что большинство юртовских жителей вот, юртовских селений себя в большей степени соотносят с татарами. Хотя помнят о своем ногайском происхождении, это и фиксируется и на уровне старожилов, сегодня и молодежь, часть молодежи начинает говорить о своем ногайском происхождении. В частности, самоназвание Нугайлар или Нугай-Татар, такое смешанное название. Сегодня, кстати, последние лет 20-25, наверное, идет процесс возрождения ногайского самосознания. Ну и в частности, вот такая работа ведется и среди юртовских, конечно же, ногайских татар. И сами юртовцы, нельзя сказать, что это что-то привнесенное. Многие юртовцы сами себя начинают осознавать, благодаря, допустим, чтению каких-то исторических там, исследований, соотносить себя по происхождению с ногайцами. На сегодняшний день, таким образом, мы видим процесс, ну, с одной стороны, такого возрождения юртовского ногайского самосознания, участия юртовцев, но при сохранении все-таки преобладающего татарского, такого татарской самоидентификации. Что будет дальше, посмотрим. Будущие переписи покажут.